Ну, что-то решили, видать, вы же даже не заходить, видимо, на уроки отсутствуют у нас еще остальные люди, поэтому попытаюсь закруглиться. Итак, последнее, что было сказано, что вот наше раздолбанное реле, которое я сейчас кручу, очевидно, эти характеристики не поддаются. В реальности, конечно, у реле эти параметры должны соблюдаться. Поэтому на квалификационном экзамене там реле немножко получше выдается. Но и там, возможно, эти характеристики уже не идут. Поэтому я рекомендую ученикам, которые будут видеоролик этот смотреть, вспоминать, как производится эта регулировка, попросить реле, которое идет на квалификационный экзамен, там у него перепроверить, идут ли эти характеристики или не идут, и попытаться досмотреть что-то, вот эта проверка, чтобы она тоже у реле получилась. Чтобы можно было. Я сделал вывод, мне все-таки на квалификационном уроке стоит, в экзамене стоит перепроверять вот эту характеристику, или что она заведомо у нас не пойдет в реле. Так, ну вот такая вот штука. У нас там осталось 5 минут. Учитывая, что у вас тут два человека присутствуют, ну, наверное, стоит прерваться. Видимо, я достаточно уже утомил вашу и так небольшую группу, что в количестве двух штук смог дождаться вас на очередной перезаход. Вопросики? Ну, пока вопросов нет.